Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на канале «В саду у Карины». Сад находится на севере Московской области. Наступила долгожданная нами пора весна, и мы начинаем работать в наших любимых садах. Очень много весной в саду работ, но вот первая, наверное, и самая главная работа, с чего я начинаю в саду, это обрезка, потому что на обрезку уходит достаточно, наверное, много времени, растений в саду много, и нужно успеть до того момента, как почки у растений проснутся и тронутся в рост. Первое из растений, которые я обрезаю, это гортензия ванила фрейс. И сегодня я вам покажу, как я ее обрезаю. Гортензий ванила фрейс в саду много, 9 кустов. Перед вами группа из 5 ванила фрейс. На заднем плане спарагды, а в летнее время на переднем плане хоста и рамена. И вот так чудесно эта клумба смотрится на протяжении всего сезона. Эти гортензии посажены в 2016 году. Ножки у этих гортензий одревесневшие. Это базальные побеги 2017-2018 года. Если вы присмотритесь, вы увидите, что высота этих ножек у всех разная. Гортензию ванила фрейс можно сформировать низким кустом, средним кустом и высоким кустом. Если у вас молодые базальные побеги, как, например, вот этот побег высотой 70 сантиметров, на нем есть междуузлия, вот так вот они выглядят. Вот, раз, два, три. На этом побеге 7 междуузлиев. В этих междуузлиях по 3 почки. И в зависимости от того, на каком уровне вы сделаете свой срез, то есть какой высоты оставите ножку, оттуда и пойдут побеги текущего года. То есть именно от уровня первой обрезки и будет зависеть, какой у вас куст получится, высокий или низкий. Допустим, мы в этом году с вами обрезали этот базальный побег. Как он будет выглядеть через 3 года, вне зависимости от того, какая у него ножка, короткая, длинная, средняя. А выглядеть он у вас будет вот так. Посмотрите на середину куста. Идет длинный такой ствол. То есть длинная ножка, и наверху расходятся побеги. Сам основной ствол – это побег 21 года. Первый ярус – это 21 год. Второй – это 22. И третий – 23. То есть молодой куст имеет приблизительно вот такую картину. На этом стволе уже сформирована чаша. Сформирована она побегами 22 года. Вот. Раз, два, три. Вот эти побеги, которые идут внутрь чаши и перекрещиваются, я не удаляю, я оставляю. Почему? Когда и отсюда пойдут почки в рост, и отсюда, то они перекинутся как бы в разные стороны и будут друг друга поддерживать. И куст у меня не развалится. Срез над почками делаю на высоте где-то 0,5 сантиметров. Вот так. Оставляю на прошлогодних побегах по 2 междуузлия. Вот так выглядит мой кустик после обрезки. Почему еще важно вот оставлять 2-3 междуузлия? Чтобы у вас была в дальнейшем возможность, если вы захотите понизить ее высоту, где срезать. Давайте вот посмотрим вот эти веточки. Смотрите, здесь еще есть одно междуузлие. И если на следующий год я захочу
занизить, то я обрежу здесь. А если бы у меня вот отсюда уже расходилась вилочка вот такая была, как тут, то есть тут, то следующее место среза – это уже здесь. Оставляя 2-3 междуузлия, вы себе даете возможность в будущем занизить высоту, если вам это понадобится. Это уже следующий куст, и посмотрите, насколько он заросший. Здесь очень и очень много веток. С чего мы начинаем? Смотрим, там с кустом было проще. Посмотрите, здесь такие вот заросли. И если оставлять даже по два междуузлия, а тут смотрим, 1, 2, 3, 4, 5. 5 прошлогодних побегов. По два междуузлия мы с вами оставим. 5 на 3, 15, еще нижние, но до 20 соцветий. Так много нам не нужно. Поэтому мы здесь с вами немного даже занизим. В первую очередь удалим вот так, сразу раз, и удалили. Вот так выглядит куст после того, как мы с вами обрезали, можно сказать, сердцевину каждого побега 2022 года. Коричневый – это у нас с вами 2023 год, а вот эта вот основа – это 2022. На этом кусте я оставлю на каждой вот этой ветке по 3 междуузлия. 1, 2, 3. Вот это будет высота моей обрезки. Итого, итог. Вот что у нас, дорогие друзья, осталось от той массы, которая была в начале. Вот такой вот раскидистый куст. Все кусты немного пострижены по-разному. Хочу сказать, что гортензию ванила фрейс обрезкой невозможно испортить. То есть тут важно количество тех междуузлиев, которые вы оставляете. От этого зависит количество соцветий. Так что режьте гортензию смело. Это не яблоня, это не дерево, которое вы формируете. Вы не испортите. До свидания, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. Режьте смело гортензию ванила фрейс. Вы ее не испортите. До свидания, до новых встреч. Всегда вас рада видеть в моем саду.